Рисоводы Приоралья готовы конкурировать с мировыми производителями. Они уверены, что кызылординский акмаржан по достоинству оценят и в странах, входящих в состав ВТО. Сегодня рисоперерабатывающий завод региона выпускает продукцию в соответствии с международными стандартами и с применением инновационных технологий. Пример тому – введенный в начале лета современный агрокомплекс «Зан-Арай-Зем», который включает в себя рисоперерабатывающие и комбикормовые заводы, а также несколько производственных цехов. Комплекс уже в списке экспортоориентируемых предприятий региона. Сейчас налажены поставки продукции в страны ближнего зарубежья. Членство Казахстана в ВТО позволит значительно расширить географию сотрудничества, говорят специалисты. Не зря в народе говорят, что рис – это богатство страны. Мы считаем, что главная культура региона займет достойное место и на мировом рынке. Если раньше круг поставки готовой продукции у нас был ограничен, то с вхождением Казахстана в ВТО он значительно расширится. Это не только новые возможности, но и большая ответственность. И мы к ней готовы.